Тверь в летние дни принимает гостей. И не просто гостей, а целый клуб мотоциклистов со всей России. Президент клуба мотоциклистов «Ночные волки» Александр Хирург не только продемонстрировал свой фильм «Русский реактор» в столице Верхневолжья, но и помог в благоустройстве города. А о том, как это было, в следующем сюжете. Приятное с полезным. Именно так можно назвать времяпрепровождение президента клуба «Ночные волки» Александра Хирурга вместе с мотоциклистами со всей России в Твери. В кинотеатре для участников мотосообществ, волонтеров, студентов и жителей города был показан фильм Александра Хирурга «Русский реактор». Фильм снят по мотивам одноименного байк-шоу 2017 года и является попыткой осмыслить самое невероятное событие ушедшего века, навсегда связанное с преодолениями нашего Отечества. Путь тернистый. Он весь из ям, из пропастей, из котлованов, которые там создают враги, да и сама история. Мы их преодолеем. Россия вперед! А после просмотра и обсуждения фильма мотоциклисты во главе с президентом мотоклуба «Ночные волки» по приглашению руководителя фракции Владимира Васильева приняли участие в проекте «Я, мам, нет» на улице Московской, рассказав о результатах за прошлый год, становления проекта и планы на 2022 год. К нам обратились жители улицы Московской, 24, корпус 2, с тем, чтобы заделать ямы. Здесь 6 ям, небольших, но опасных. В ночное время суток, собственно говоря, это не очень удобно для автомобилистов проваливаться колеса в такие глубокие ямы. А для мотоциклистов вообще смерти подобно. Проект «Ямам нет» был инициирован при участии Владимира Васильева в 2017 году. Так, в прошлом году было отремонтировано более 650 ям в Твери, Торжке, Калининском районе, Торжокском районе и Кувшиново. Проект поддержан мотосообществами региона и будет тиражирован на всю страну. А уже в августе в Севастополе состоится традиционный фестиваль русских мотоциклистов. Тверские байкеры также примут в нем участие.